Медитация, объект, любопытство. Прямо сейчас мы войдем в альфа-режим. Это будет трансовое состояние для того, чтобы вспомнить все, что было в детстве. Я сейчас начну обратный счет. При этом вы закрываете глаза. Успокаивайтесь. И мы начинаем. Мы будем входить в измененное состояние сознания. Сто. Девяносто девять. 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92. 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85. 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74. 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65. 64, 63, 62, 61, 60, 59. 58, 57, 56, 55, 54,
53. 52. 51. 50. 49. 48. 47. 46. 45. 44. 43. 42. 41. 40. 39. 38. 37. 36. 35. 34. 33. 32. 31. 30. 29. 28. 27. 26. 25. 24. 23. 22. 21. 20. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Прямо сейчас вы погружаетесь в свои 6, 7, максимум 8 лет. Мы сейчас вместе с вами побродим в этом возрасте.
будем искать среди этого возраста то, что больше всего нам было тогда любопытно. Это может быть все, что угодно. Книги, загадки, игры. Музыка. Нам нужно найти удовольствие и удовлетворение тогда, когда мы чувствовали это самое любопытство, радость и счастье. То удовольствие, где все было на своих местах. Сейчас я даю вам несколько минут для того, чтобы вы вспомнили эту область любопытства или несколько областей. Это должно быть как свет какой-то, как вспышка, как понимание того, что да, вот что меня интересовало на самом деле. Вот эта область того самого любопытства. Походите сейчас по этим годам и просто подумайте, что было тогда для вас любопытным. И помните, что вспомнить, выбрать можно не один момент или объект любопытства. Их может быть несколько. Начинайте. Итак, вы побыли сейчас наедине с собой. И каждый из вас сейчас знает ответ и область своего любопытства. Если же ответа не было, то именно сейчас даем такую установку.
Повторяйте вслух вместе со мной. Я прошу свое подсознание в ближайшие сутки показать мне области моего максимального любопытства. Я прошу свое подсознание в ближайшие сутки показать мне области моего максимального любопытства. Помните, ответ придет, только будьте внимательны, пожалуйста. Ответ может быть в виде знака, озарения, сна, какого-то инсайта. 1. Два. Три. Когда я открою глаза на счет пять, я буду совершенно бодрым человеком и буду чувствовать себя прекрасно. 4. Сделайте 3 глубоких вдоха и выдоха. Можете открывать глаза. Я чувствую себя бодро и превосходно. Помните, что это нормально, когда изменяется область нашего интереса. Область любопытства и есть само предназначение. Это то, что мы будем создавать. Единственное, что нужно сделать, это вывести предназначение на уровень осознанности и реализовать его. Это все поможет ускорить процесс понимания себя. И сейчас, выйдя из медитации, если вы не получили ответ конкретный, то тогда наблюдайте. Ответ придет в виде знака, озарения, сна или инсайта. А с вами была Юлия Жукова.